Во время проведения недели доброты и щедрости в Центральной библиотеке муниципалитета была успешно реализована акция «Книги на дом», в рамках которой сотрудники учреждения приносили книги по заказу читателей. Библиотеки поселка Развилка идею поддержали. Обратиться сюда могут все, кто в условиях пандемии опасается за свое здоровье и старается лишний раз не выходить из дома. Книги упаковываются в индивидуальные пакеты, а волонтеры оставляют их на ручках входной двери. К нашей акции присоединились ребята из детского сада 45 «Сказка». Ребята изготовили открытки, вот такие новогодние открытки, которые принесли нам. Они хотели поделиться вот частицей тепла и поздравить пожилых людей с Новым годом. Кроме того, в комплект войдет подарок от жительницы поселка, испекшей к празднику имбирное печенье. Акция «Книги на дом» продлится до окончания пандемии.